В Армении планируется посадить 10 миллионов деревьев к 10 октября 2020 года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Правительство Армении разработало новую амбициозную программу, которая должна достичь своего апогея 10 октября 2020 года, сказал он на открытии глобального инновационного форума Transforming Intelligence в Ереване. Он подчеркнул, что посадка миллионов деревьев будет символизировать единство 10-миллионного армянства вокруг армянской государственности и в Армении. В парламент Молдовы внесут законопроект о признании геноцида армян. В ходе заседания парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Молдовы прошли слушания по назначению нескольких послов, в том числе и в Турцию. Обращаясь к кандидату на пост посла Молдовы в Турцию Дмитрию Кройтеру, депутат Хайк Вартанян сообщил о том, что парламент страны вскоре рассмотрит законопроект о признании геноцида армян. Учитывая тот факт, что в скором времени в парламенте Молдовы появится законодательная инициатива о признании геноцида армян, и Молдова может присоединиться к большинству стран Европейского Союза, а также Российской Федерации, которые уже признали этот исторический факт, вы понимаете, что это может повлечь за собой негативную реакцию со стороны турецкого правительства. Каково ваше отношение? Отношение к данной инициативе, и вы готовы к подобной реакции? – спросил депутат Вартанян. Будущий посол подтвердил, что будет реализовывать постановление в случае его принятия. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария посетил Армению с официальным визитом 15 октября. Грузинский премьер встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном и президентом Армении Арменом Саркисяном. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария посетил мемориальный комплекс Цицерна-Каберт, где возложил цветы к вечному огню. Грузинского премьера сопровождали министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян и мэр Еревана Гайк Марутян. В Ереване будет открыто посольство Сербии. Договоренность об открытии посольства Сербии в Армении была достигнута во время официального визита президента Армении Армена Саркисяна в Белград, сказала министр иностранных дел Армении Анна Нагдалян. По ее словам, вторым важным шагом для развития армяно-сербских отношений стало достигнутое в рамках визита решение об устранении требования въездных виз для граждан Армении. Первый официальный визит президента Армении в Сербию состоялся 3 октября. Саркисян встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич и спикером парламента Майей Гуйкович. Авиакомпания Ryanair начинает полеты из Еревана и Гюмри в Европу. Коммерческий директор крупнейшего ирландского лоукостера Ryanair Дэвид О'Брайен на пресс-конференции в Ереване объявил о начале полетов авиакомпании из Армении. В январе начнутся полеты из Еревана в Рим и Милан, следующим летом в Берлин. Также следующим летом начнутся полеты из Гюмри в немецкий Меминген, что станет, возможно, первым европейским направлением из Гюмри, сказал О'Брайен. Средняя цена билетов на рейсы из Еревана и Гюмри составит 35 евро. При покупке билетов заранее цена может быть еще ниже. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, однако, по словам Дэвида О'Брайена, частота рейсов может быть увеличена в случае популярности новых направлений. Air Niqan инвестирует в аэропорт Ширак 20 миллионов долларов. Директор компании «Международный аэропорт Армения» Марсело Венде заявил, что его компания планирует инвестировать в аэропорт Ширак второго города страны Гюмри 20 миллионов долларов. Собственником закрытого акционерного общества «Международные аэропорты Армения» является аргентинская компания American International Airports, которая принадлежит гражданину Аргентины армянского происхождения Эдуардо Эрникяну. Кинокомпания «Хайк» недавно создала фильм об Эдуардо Эрникяне, который вы можете посмотреть на нашем канале. Китайская платежная система Union Pay заработает в Армении. Об этом сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности министерства за 8 месяцев 2019 года. В Армении прошло заседание армяно-китайской межправительственной комиссии, на котором был обсужден важный вопрос – создание благоприятных условий для применения системы Union Pay в Армении. «Так мы значительно повысим комфорт пребывания китайских туристов в республике», – сказал министр. По его словам, это самая распространенная платежная система в Китае и единственная, которой китайские туристы могут пользоваться за рубежом. В Ереване стартовал международный форум по IT-разработке, искусственному интеллекту и беспилотным летательным аппаратам Digital UAV Forum 2019. Также в рамках мероприятия проходит хакатон, участники которого продемонстрируют свои практические знания и навыки в сфере искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов. Армянские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по самбо.
Представители Армении завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на прошедшем с 10 по 13 октября молодежном первенстве мира по самбо среди юношей и девушек в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении. Серебряные медали завоевали Варсик Григорян в весовой категории 56 килограммов и Давид Овсепян в весовой категории 52 килограмма. В весовой категории 62 килограмма молодежного турнира бронзовым призером стал Нарек Далакян. Итальянский кикбоксер армянского происхождения Джорджио Доктор Петросян стал победителем престижного турнира Гран-при One Century 2 в Токио. Петросян сразился с французско-алжирским бойцом Сэмми Саной. По единогласному решению судей, армянский кикбоксер, считающийся легендой этого вида единоборств, был объявлен победителем. Джорджио Петросян вместе с титулом победителя турнира также заработал 1 миллион долларов. Самый большой денежный приз в истории кикбоксинга. Друзья, Хайк презентует вам два новых армянских медиаресурса, которые мы запустили в сентябре 2019 года. Сайт armianskaydiaspora.rf и программа «Новости армянской диаспоры России». Мы создали их для освещения жизни армянской диаспоры России, для освещения нашей с вами жизни. Все, что происходит в нашей диаспоре – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополье, Крым, Сочи, Ростов и другие города России – мы будем оперативно доводить до вашего сведения. Приглашаем к информационному сотрудничеству все армянские общины Российской Федерации. Переходите на сайт, знакомьтесь с жизнью армянских общин из других регионов, пишите нам на почту и в наши группы в соцсетях о новостях вашей общины, и мы обязательно расскажем и о них.